Книжка, по которой мы сейчас будем работать, называется «Ленинградские математические кружки». Странное название «Ленинград», потому что вы знаете, что уже давным-давно город переименован, но просто она была так написана, и издается она без изменений, даже огромное количество опечаток, которые в ней есть, не меняют, просто авторам так проще ничего не менять, и они печатают. Да. Вообще надо признать, что Петербург – это в смысле математики очень хороший город. Достаточно сказать, что Фридман, который был вместе на международной олимпиаде в команде, собственно, из этого самого города. И некоторые москвичи сейчас поступают учиться вовсе не на мехмат в Москву, а в Петербург. Потому что в Петербурге именно сейчас очень хорошее математическое отделение в университете. Правда, он там называется не мехмат, как у нас, а матмех, но это, в общем, не великая разница. На большом гипотезе, да? Вот. Там, например, есть такой замечательный Храмров. Если хотите, он записал видеокурсы, можете послушать по теории вероятности. Ну и вообще, Петербург очень много сейчас делает, и не только сейчас, а уже много десятилетий.